Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Уп! И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по заготовлению мыла Диана. Для этого нам понадобится одушка акация, гелевый краситель C-Wave, масло семян черной смородины, форма для мыла Диана, выглядит она так, белая мыльная основа и палочка для перемешивания. Теперь рассыпем мыльную основу. Основа растопилась. Я вначале ничего к ней не буду добавлять. Я просто налью немножко в формочку. Совсем чуть-чуть. Основная задача, чтобы основа распределилась по всем мелким деталькам, которые есть в нашей формочке. Чтобы это было удобно, просто поводить формой, и вы сразу будете видеть, что основа затекает как раз туда, куда нам надо. Это можно делать хаотично, не обязательно, чтобы она заполнила именно все. Заполнено. Теперь ждем, пока основа застынет. Верхний слой уже у нас застыл. Я уже изначально растопила мыльную основу. И теперь будем делать основу нашего мыла. Я беру краситель. Немного добавляю и смотрю, достаточно ли мне цвета. Хочу такой получить нежный цвет. Так как это Диана, она мне ассоциируется с чем-то легким, нежным, с морским. Добавлю еще одну капельку, чтобы не перегружать. Еще добавлю. В общей сложности я добавила где-то 5 капелек. Вы также смотрите, как вам больше нравится, какого цвета вы хотите достичь. Может, более яркого или более темного. Дальше я добавлю масло. На такое количество я добавила 5 капелек. И теперь добавлю отдушку. Я добавила 7 капелек, чтобы мыло пахло более ярко, потому что оно не очень маленькое, и поэтому отдушки слишком мало не будет. Так, все готово. Теперь я буду просто заливать основу в мыло, эту формочку. И просто заливаю. И теперь ждем, пока мыло полностью застынет. Мыло застыло, и я достала его из формочки. И вот в итоге у нас получилась вот такая Диана. Вот такая. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!